Здравствуйте, друзья! Мы сегодня покажем, как ловят рыбу в Испании. Коста-Бланка. Рыбалка на Средиземном море проходит круглый год. Вот люди приходят на пляже и ловят рыбу на спиннинг. И не только на спиннинг. Но вот вы видите спиннингиста, который ловит на блесну. Можно ловить на воблер, а можно на бомбарду с маленькими резиновыми рыбками. Обычно попадается любина. Сегодня какой? 23 апреля или 24 2017 года. Температура где-то плюс 16. Время 20 часов 20 минут. Сегодня довольно-таки большая волна, где-то полметра 60 сантиметров. Ветер юго-восточный. Разрешение есть на улице? Да, есть. На 5 лет на море дают. И 3 года на водохранилище. Там, где бассов ловят, щуку, судака. Спиннингисты, я имею в виду. А удочники ловят карпа. Разрешение недорогое. На 5 лет где-то 25 евро.